Всем привет! Я сегодня готовлю блюдо с большим количеством зелени, почти килограмм. У меня нет сушилки, которая большая, вот такая ручная, продается и стоит, в общем-то, недорого. Но она много места занимает очень. А кухня у меня хоть и не маленькая, но лишнего места в ней нет. Так что я решил применить новый способ. Ну, возможно, кто-то еще его применяет, не только я. Я обрезал корешки зелени. Укладываю в хлопчатобумажный мешочек. Уложил лук и укроп в один мешочек, а шпинат во второй, более просторный. Ну, можно использовать любую хлопчатобумажную ткань, ну, например, старую наволочку. Кстати, чем больше будет мешочек, например, наволочка, тем эффективнее будет сохнуть зелень. Вот здесь, в стиральной машине. Включаю в режим сушка на 1200 оборотов. Ну и держу 2 минуты примерно. Затем принудительно отключаю, потому что в машине нет режима 2 или 3 минуты сушка. Отключил принудительно, достаю. Мешочки сразу стали влажные. Открываю. А когда зелень мокрая, ее сложно обрабатывать, я имею в виду резать. Она липнет к ножу, к доске, к чему угодно. Это раздражает. Достаю зелень. Ну, она не то что сухая, остаточная влажность есть, но это совсем другое дело. Вот я режу легко, просто и быстро, и ничего ни к чему не прилипает, ни к доске, ни к ножу. Сюжет этот выйдет в четверг, как в какой-то из четвергов, а пирог я выставлю через день на своем канале. Кому интересно, в субботу 18. А в этот раз я готовил вот такой вот пирог с творогом и кучей зелени. Причем зелени там было почти килограмм, больше, чем творога. Ну и получилась очень вкусная штука, и легко было обработать почти килограмм зелени. Так что рекомендую, попробуйте. Всем приятного аппетита. Пока.